концерт «Аве Мария». И я просто мечтала слушать вот эту мелодию. Ее писали великие композиторы Шуберт. Особенно в последнее время я смотрю, слушаю «Аве Мария» Качини. Но это действительно Вавилова Владимира, нашего русского советского композитора. Это стала мелодия шедевром мировым. Я уже второй раз на этом концерте, и мне понравилось, что именно духовные песни просто до слез. Я правда заплакала. Хор поет очень красиво, очень душевную музыку поет. Мне очень нравится, как сочетаются разные голоса. В духовной музыке заложен какой-то смысл,